Считанные недели остались до начала чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что Сочи идет в финальной стадии подготовки к главному спортивному событию этого года, традициям решили не изменять. Ежегодно в конце мая город дает официальный старт началу нового летнего курортного сезона. Главной точкой притяжения гостей и жителей в этом году стала площадь искусства художественного музея. Сезон 2018 года в городе Сочи открыт! Среди почетных гостей церемония открытия 11-кратный рекордсмен книги Гиннесса Александр Муромский. Специально для зрителей праздника он повторил один из своих мировых рекордов. Таким оригинальным способом спортсмен хочет донести до публики, что нет ничего невозможного и любая цель непременно будет достигнута. В олимпийском, а теперь еще и в футбольном Сочи это утверждение звучит особенно актуально. Сочи – это изюминка, потому что в январе месяце покататься на лыжах и через 40 минут возле пальм смотреть на море, поэтому это изюминка. Уж не говоря про дороги, про инфраструктуру, про все, что здесь есть. Я влюблен в этот город, это вечно зеленый город. С хорошей позитивной энергетикой, спортивная столица, я считаю, мира. Что касается рекордсмена самого Сочи, то есть устойчивый прогноз на то, что в новом курортном сезоне городская копилка достижений вновь существенно пополнится. Этот сезон будет одним из лучших. Во-первых, потому что этот год – год чемпионата мира по футболу. И прошлый год мы встретили 6,5 миллионов туристов. И, безусловно, ожидаем, что в этом году будет, конечно, не меньше, а, наверное, еще больше людей. Помимо торжественной программы на площади искусств, зона активности также расположились и по всему центральному району города. А потому можно смело сказать, верный курс на летний курортный сезон 2018 задан. Елена Овсец, 0,10, телекомпания ФКТ.